Знаете, где в Череповце находится улица Некрасова? Нет. Нет? Некрасова? Нет, не знаю. Наверное, где-нибудь, где Пушкин. Знаю. Не знаем. Вот там. Спасибо. Сегодня в газете прочитали. Слышал, но точно не помню. Улица Некрасова где-то, по-моему, рядом. Вот там, да? Какое-то пересечение. Как показал наш опрос, многие череповчане не знают, где находится улица Некрасова. Она располагается в индустриальном районе, идет параллельно Маяковского, соединяет Столяров и проспект Победы. По улице официально один адрес – это административное здание по Некрасова, 20. Работы на Некрасова стартовали 12 февраля. Сейчас подрядчик начал перекладывать сети – водопровод, канализация, газ. Эти работы можно делать зимой, говорят специалисты, и продлятся до мая. В мэрии сразу предупреждают жителей ближайших домов. Весной отключение коммунальных благ не избежать, как и перекрытие самой дороги. Все эти ограничения нужны, чтобы, по сути, из безасфальтового проезда сделать четырехполосную магистраль. Дорога где-то плитами, где-то просто бетонное покрытие было сделано. Здесь также предусмотрено два светофорных объекта, один пешеходный, второй полноценный светофорный объект. Дорога непростая, потому что все-таки и находятся жилые дома, и организации очень много. На улицу протяженностью 771 метр потратят почти 132 миллиона рублей. Некрасова должна разгрузить в том числе и дорогу на Маяковского, которую в этом году тоже капитально отремонтируют. Всего на благоустройство дорожной сети в Череповце в 2019 потратят 500 миллионов. На эти деньги из областного и федерального бюджетов приведут в порядок с десяток улиц в трех районах города. Работ не запланировано только в Заречье. Также на Карла Либкнехта установят светофор, а в 112 и 144 микрорайонах отремонтируют внутриквартальные проезды. С точки зрения дорожного фонда, его больший объем уходит именно на строительство. Это и Маяковского, это и Северная объездная и так далее, ряд объектов. Значит, с точки зрения безопасных, комфортных дорог, согласно данной целевой программе, есть целевой показатель выхода к 2024 году на 85% дорог, содержащихся в нормативном состоянии. Сейчас в городе этот показатель 65%, поэтому на протяжении 5 лет Череповец ежегодно будет получать из федерации по 200 миллионов. К слову, ремонт улиц начнется в мае, а дорогу на Некрасова должны сдать 1 октября. И может после капремонта улица станет более известной среди горожан. Александр Шагичев, Александр Беспалов, новости.